Англии. Итак, бесспорно, болельщики ждали, что Вердер на своем поле постарается взять реванш за поражение. И вот неожиданный удар с дальней дистанции на 11-й минуте. Это Руи Филиппе, ведь только что вышедший на замену, получил мяч от Костадинова и нанес, ведь правда, ну, мяч чуть-чуть задел защитника, может быть, немножко изменил направление, но тем не менее великолепнейший удар. Я думаю, что даже это не то, что как-то ввело в заблуждение вратаря Рекс, и португальцы сумели его перехватить. Пас вперед. Это Костадинов рвется в штрафную площадку, и мяч в сетке ворот. Вы посмотрите, какая неожиданная точная передача. И опять вот это прекрасно сделал Друлович. Посмотрите, как хорошо обрабатывает мяч Костадинов, хоть там ему защитник мешал. Это случилось на 34-й минуте. В борьбе забрал мяч болгарский футболист, выступающий за Порто, и нанес точный удар в левый от вратаря нижний угол ворот. Так счет стал 2-0. Это несмотря на то, что Вердер имел заметные преимущества в первом тайме. Заметная опять контратака. И на этот раз удар не точен. Хватывает гости Костадинов. Он, как всегда, очень активен. Удар поворотом. И это Секретарио под очень острым углом нанес точный удар поворотом. Хорошо сыграл. Посмотрите, его действительно великолепно. Обыграл защитника и нанес точный удар. Так, на 71-й минуте счет стал 3-0. Ну что ж, 3-0 в пользу гостей. Ну, можно себе позволить заменить одного из лучших нападающих. И довольно-таки большая. Никто не ожидал, что Порто, ну, бесспорно, классный клуб, он умеет вы... Ах, какой удар! Какой удар нанес Домингос! Великолепный! Домингос, который вышел только что на замену вместо Костадинова, нанес мощнейший удар в девятку. И на 74-й минуте счет стал 4-0 в пользу. Удар Тимофте, очень спокойный. За 2 минуты до окончания матча счет становится 5-0 в пользу Порто. Порто побеждает бременских музыкантов, клуб «Вердер».